Максим наконец вспомнил, что он лето и решил порадовать нас теплом и солнцем. 17 июня в Сарове ясно, утром плюс 12, днем воздух прогреется до 24 градусов тепла, ночью плюс 13. Ветер северный до 3 метров в секунду, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. В Нижнем Новгороде малооблачно, утром плюс 14, днем столбики термометров поднимутся до плюс 25, ночью плюс 12. Ветер северный 2-3 метра в секунду, атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. В столице солнечно, утром плюс 10, днем до 21 градуса тепла, ночью плюс 12. Ветер восточный до 4 метров в секунду, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. И помните, какой бы ни была погода, она всегда по-своему прекрасна.